Я думаю, что о кризисе журналистики в России говорить нужно. Она есть, и кризис есть. Но начался он совсем не с подачи интернета. Кризис был всегда в российской журналистике. Всегда было огромное количество журналистов, которые писали заказные статьи, которые не умели писать, которые ездили в командировки заграничные. То есть этот кризис был все время. Просто интернет наглядно показал, что есть достаточно большое количество людей, которые могут писать почти как журналисты из изданий, потому что таких большинство всегда было в газетах и журналах, которые писали чуть лучше обычного человека. Но при этом интернет дает огромные возможности для тех людей, которые пишут хорошо. То есть блогеры сейчас зарабатывают значительно больше, чем обычные журналисты. И я думаю, что профессиональная журналистика никуда не денется. То есть обязательно нужны будут эксперты. И как раз интернет может доносить правильные статьи, интересные материалы. И мне кажется, аудитория интернета уже потихоньку делится на тех людей, которые читают всякий шлак, и тех, кто читают интересные, хорошие, мощные материалы. И как раз для тех журналистов, которые могут писать и которые интересно пишут, интернет — это возможность донести до читателей в гораздо большем объеме, чем это было раньше.